Всем привет, с вами Инкрор, и это у нас снова Undertale. Так, это что за проход? А, понятно, неинтересно. Так, тут надо сразу вниз. То-т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 о-
Но он не хотел. Его еще помыть. Пойдем. Так, больше. Аарон, прогнать. Аарон, класс. Круто. О, я отжал 55 монет. Так, цветы. Ой, луковица. Не люблю эту луковицу. Только что снизу ведь был. Ладно. Не люблю эту луковицу, потому что все время приходится общаться и нельзя никак пропустить. Хотя стоп. А что если брошенный пирог? Не, сохрани все-таки. На очень опасный момент. Просто благодаря нему там вроде можно. Ладно. Смотри на. Наплевать. Сири, 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 я не хочу опять эту музыку играть, потому что бесполезно. Я знаю, что все равно этот артефакт взять нельзя. Сейчас будет прикольная музыка. Так, тут если нажать пробел в режиме разработчика, то будет видно чару. Так, это дальше монстренок. Нет, это же не надо жить. Ага, ну ладно. Подождем. Мне пофиг, какая там для тебя андайн монстренок, так что хватит мне об этом говорить. О, эх, цветок. Однажды. Ага. Ну, я же мистер Дримор, может, я же сейчас на цветы.
Пуньк. Ага. О, это как раз замок короля Сгора. Самого Сгора, который легче Санса. Хорошо, что Санс только на плохом пути. Темно, но скоро станет светлее. Что тебе страшно, это будет сильнее. Так, ну тут сейчас будет опять Undyne. Не люблю эту часть. Потому что вот что тут происходит. Кстати, эти шарики были на иконке прошлого видео. Сколько можно? А вот и Undyne. Пуньк. Сейчас будет Азриэль говорить одну из реплик, которая должна быть начала. О том, как Чара падала сюда в подземелье на цветы, когда еще Ториэль и Асгор жили вместе. Айс, это имя, получается, я дал Чаре, а не игроку. А зрели просто в финале нас путают, потому что Чары и Фриск похожи. И все. Так. Пунька. О, поёк астронавта. Так, попробуй сейчас сесть. Я что-то пунька спрыгнул. Блин.
Блин. Ой-ой. Кстати, это отсылка на Дио. Просто нечего говорить, поэтому я молчу. Некоторые думают, что мне нечего говорить, и они правы. Потому что реально мне нечего говорить, я не знаю, что мне говорить. Так, сколько наделал. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Молодец, Напстаблук. Спасибо, Напстаблук. Да ничего, Напстаблук. Спасибо, что помог. Напстаблук, не уходи. Ну ладно. А, не ушел. Ладно. Напстаблук зарабатывает по одной монетке на каждого. Так. А вот тут там мне надо купить. Модные очки. Это, получается, броня. Крабябл.
Ой. Паучий пончик. Вот еще ленту надо убрать. Бинт. Тоже. Паучий пончик, крабовое яблоко, паёк, сравнато, кусочек снеговика и рисковый пирог. Все, что надо, у меня в инвентаре. Эти крабовые яблоко. Сейчас будет Тэмми скоро. Крутится карусель. Пусть в мозгах сплошной кисель. Ладно, потом, может быть, вернусь, дам на колледж, когда у меня будет много монет. И куплю броню Тэмми, самая сильная броня в игре. Эх, жалко, на пацифисте нельзя никого убивать. Я бы себе уровень поднял. Даже мега жал. Какой мега жал? Мега жал, какой мега жал. Мега жал уже так не мегажелом. Просто без понятия. Так, вот эту вот часть я не очень понял. Черт. Ненавижу. Тут ни капли не удобно. Это моя самая нелюбимая, наверное, часть Undertale, это именно Waterfall. We'll be right back.
Кстати, пока что серии Undertale идут... получается, на возрастание. Каждая новая серия все дольше и дольше. Ща ничего видно не будет. Нет. О, сейчас будет... Дайн опять будет Undoing. Не люблю Undyne, это сложноватый босс. Позади тебя. Поздравляю, что позади меня. Ага, молодец. Молодец из города Рюма, что у него души 6 людей. Смешная поза. Пацифист, мне придется его спасать. Траля-ля тополя. Так, ну мне нечего говорить, я просто ему помог и все. Видео, скорее всего, выйдет либо... Либо 4-го, либо 5-го, скорее всего. Получается так... Ну, скорее всего, 4-го, где-то вечером. Потому что пока загрузится, пока скач... О-о-о! Самандайн. Ту-т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 у